Ко Всемирному дню без автомобиля в Гродно прошел велопробег. Представители общественных организаций, университетов, предприятий и медийные личности своим примером показали, что такое экологичный транспорт. Первыми на своеобразную велопробежку приехали представители местной власти города и лидеры общественного мнения. Все, для кого автомобиль в большей степени рабочая необходимость, и тем не менее от него тоже можно отказаться, пусть и на время. Хорошая альтернатива – велосипед. Во-первых, день без автомобиля – это очень показательно, когда мы можем немножко сделать город чище. Во-вторых, когда приходишь на работу и видишь, что к тебе на работу приезжают некоторые сотрудники на велосипедах ежедневно, возникает вопрос, а почему ты не можешь поддержать? Ну и, естественно, когда если уже поддержат, то поддержат всей семьей. И, наверное, когда хоть на один день, хоть на час, хоть на полчаса меньше машин, воздух становится чище. С этим юным участником принимаем уже участие во всех акциях, и беговых, и велосипедных. Поэтому я за любые движения, которые помогают сделать город интереснее, удобнее и где-то чище. Заменить автомобиль велосипедом на 100% невозможно, но иногда вспомнить о двухколесном друге просто необходимо. В первую очередь это пусть и небольшой, но вклад в экологию, ведь по статистике более 80% выбросов в атмосферный воздух происходит именно от транспортных средств. Я тоже автомобилист, но сегодня решили поддержать акцию международную, поскольку я являюсь преподавателем именно экологии и рассказываю об этих проблемах студентам не только биологического профиля, но и других профилей.